Звук пожарной сирены – это всегда напоминание о том, что с огнем не шутят. За год в стране случается более 100 тысяч пожаров. В них гибнут люди, среди которых около 2-3 сотен детей. Пожары в прошлом году в нашем городском округе унесли 20 жизней. В апреле в селе Трубино из-за загоревшейся проводки погибли двое маленьких детей. Чтобы не допустить случаев гибели детей на пожарах, в первую очередь нужно рассказывать детям об элементарных требованиях пожарной безопасности. Также нужно уберечь детей от источников повышенной опасности, такие как спички, зажигалки, а также электроприборы. В трагическом случае в Трубино есть такая подробность. Дети находились в квартире одни и сами воткнули электропровод от телевизора в розетку. Произошло короткое замыкание и пожар. Детям нужно знать, что при возникновении пожара, будь то квартира, либо дом, они должны незамедлительно покидать помещение. Не пытаться тушить пожар самостоятельно, потому что пожар должны тушить взрослые. Не нужно прятаться в шкафы, в диваны, потому что пожарным будет тяжело их найти. И еще надо помнить, что количество воздуха в горящем помещении быстро снижается. Чаще погибают от дыма, чем от огня. Достаточно сделать 2-3 вздоха в задымленной квартире, чтобы потерять сознание. Знать, как себя вести при возникновении пожара, надо и взрослым, и детям. Щелковские пожарные ведут разъяснительную работу в детских коллективах. И каждый раз они стараются донести до родителей очень простую мысль. Научили детей говорить, научите детей соблюдению требований пожарной безопасности. Берегите себя, берегите свое здоровье и знайте, что пожарная охрана всегда придет вам на помощь. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.